Так, будем делать снасть на судака, на которую у нас на Дону ловят. Для этого нам понадобится грузило цилиндрической формы. Вот такое. Вот размеры его приблизительно 5 сантиметров. И диаметр в районе сантиметра. Для начала надо просверлить отверстие вот вверху в самом. Затем нам нужны двойные крючки, чтобы они по длине где-то на сантиметр были меньше этого грузила. Два штуки надо. Затем нужны бусинки. Две штуки. Так. Кембрики использую пластиковые, но лучше, конечно, силиконовые, вот такие. Они и тянутся, удобно на крючки одевать. Леска. Леску пятерку использую. Для начала, ну, произвольный, в принципе, то форме цвет сильно значения не имеет, так. Разные использую, и красный, и синий. Нам надо два кембрика отрезать, ну, длиной где-то приблизительно 3 сантиметра. На крючки буду одевать силиконовые кембрики. Я уже тут отрезал кусочки. Их просто одеть. Можно использовать всякие перышки. Так, ну для начала смочить надо. Чтоб легче одевалось, смочить, конечно. Вот на крючки одеваю кембрики. На один сделаю красный, другой белый. Так, один есть. Второй. Есть еще вот на подобных крючках вабики называются, на жереха. Они из козьей шерсти такие сделаны. Их вот самое удобное, вообще отлично на них ловится. Ну и на эти просто, на кембрике тоже неплохо ловится. Так вот, крючки приготовили двойные. Затем берем леску. Сначала продеваю отрезанные кусочки по 3 сантиметра, что у нас. Вот сначала его, затем одевать нужно бусинку. Так, бусинку. И потом одевается крючок. Притом крючок с жалами в сторону бусинки. Вот бусинку одели, вот она получилась. Вот так вот. Затем одевается грузило. И теперь повторяется все с другой стороны, только в зеркальном порядке. Так, двойничок. Двойник. Бусинка. Так, и кембрик. Так. Вот такая вот конструкция у нас получилась. Вот она. Теперь нужно завязать на узелок. Свожу вот так, чтобы, ну, не сильно туго, чтобы крючки не заклинили, они болтались, чтобы крючки. И вяжу просто узелок. Так, обычную петлю делаю.
Так вот, завязал. Можно сказать, снасть почти готовая. Но чтобы нам еще как бы отводик был, нужно отступить еще сантиметров 5, где-то так, и завязать петельку. Тоже обычно петлю, никуда она не денется, не развяжется. Затянуть, лишнее обрезать. Вот, и практически снасть уже готова. Теперь вот на этот конец без кембриков надо одеть кембрик, так как он длинный и плохо будет натягиваться. Нужно сначала взять кусок лески, протянуть сквозь кембрик. Сквозь кембрик вот, протянул, затем леску сквозь петелечку и обратно в кембрик. Так легче натянуть. Ну и соответственно смочить тут надо. Натягивая леску, стягивать этот кембрик. Туговато пойдет, конечно, в самом начале, но потом легче. Так, вот и все. Вот и снасть готовая получилась. Более мелкий размер, если делать, то можно ловить и окуня спокойно. Этой снасти вот на Дону ее называют чертик. Ей ловят судака. Притом ловить надо только дна. Ловят, притом специфика такая, что сплавом плывут на лодке и тюкают по дну. Вот, приманка только дна коснулась, сразу подъем сантиметров на 20. Подняли, снова опустили, снова подъем. И вот так постоянно натюкает, шевелится.